Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый... Это состав Пари Сен-Жермен. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Мы видим состав команды гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый... Это состав Пари Сен-Жермен. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Мы видим состав команды гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый... Это состав Пари Сен-Жермен. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Мы видим состав команды гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый... Это состав Пари Сен-Жермен. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Мы видим состав команды гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый... Это состав Пари Сен-Жермен. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Мы видим состав команды гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Приехать в Париж и пойти на футбол, ну что может быть лучше? Знаменитый... Это состав Пари Сен-Жермен. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Мы видим состав команды гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Игра началась. ПСЖ с мячом. Мяч у соперника.
Месси. Ну, решай же! И не удается ему забить. Вот должен он был сейчас выводить команду вперед. Все для этого было сделано, но немного не повезло. Андер Эррера.